Добрый день. Вот хочу вам продемонстрировать свое устройство. Я уже когда-то показывал. Единственное, что я вот добавил, вы видите, такую вот скобу. Вот она регулируется. Вот сейчас я выставил на вот такую вот доску. Вот. 60-ка. Ну, произвожу засверловку. Вот. Хочу вам показать, как этот аппарат работает. Вот, смотрите. Закрепляем на столе нашу заготовочку. Вот она. И теперь сверлим. Вот хочу вам продемонстрировать с этой стороны закрепление, просто заодно и проверим вот, точность. Вот она просто подняла стружку из снизу. Так, вот мы засверлили это. Сейчас засверлим для соединения. Вот. Закрепим. Вот. Проверим. Вот видите. Подвигаем до упора, зажимаем и сверлим. Два таких вот отверстия. Вставляем сюда шкантики. Шкантики такие. Один лезет, другой не лезет. Ну, а теперь вам покажем, какова точность соединения. Вот, видите, четко. Вот здесь четко. Вот, как вам показать. Видите? Гладенько все. То есть, видите, аппарат работает великолепно. Вот, видите, таким вот способом можно формировать. А если еще вот сюда засверлить под косой шуруп посерединке, у меня есть приспособа. Вот такая вот, вы увидели, я уже. Вот сюда я ее, ой, наоборот, вот так устанавливаю, 21 мм, и центральную засверливаю. И получится, вы клеем смазали, вот, это собрали все с клеем, и еще шурупом стянули все. И получится великолепное соединение. Вот, комбинируя косой шуруп вместе со шкантами. Вот, вот на это я примерно и рассчитывал, когда делал вот это устройство. Потому что просто крепить на шурупы, ну, мне как-то... А чтобы быстро монтировать, вот, не ждать, пока клей высохнет, вот, сразу же прикручивать. Вот, для этого и сделал я вот это устройство вот, с регулировкой. Это на 60-ку я сейчас отрегулирую. Вот, и вот такой вот под косой шуруп. Все, спасибо за внимание. Так, я вам показал соединение. Вот. Вот мне надо будет собирать такие вот конструкции. Видите? Вот зачем мне нужно было это, чтобы очень быстро монтировать и сразу же клеем смазывать и под косой шуруп соединять. Все. Вот и получается сразу конструкция готовая. Можно ее не ждать, пока клей высохнет, а монтировать. Вот уже в сборе. Вот. Потом вот с такими вот конструкциями соединять. А вообще все это вот посмотрите для чего. Это будет вот такая вот, как я называю, кухня скелетная. Получается, я выстраиваю из этих планок скелет, собираю все.
наполняю ящиками, фасадами. Вот таким образом я хочу уйти от традиционной деревесно-стружечной плиты ЛДСП, которая сейчас стоит бешеных денег. А сами ящики я уже также нарезал заготовочки под них. В дальнейшем покажу. Буду, как говорится, информировать о том, как у меня будут продвигаться все эти мои новые идеи. Люблю всегда все новое. Никогда не люблю делать вещи одинаково. Почему? Потому что это скучно и неинтересно. Как говорится, организм не должен застаиваться и ржаветь. Мозги должны работать. Они должны получать от своих, как говорится, от своего дела наслаждение. Спасибо за внимание.